Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня на примере простого удаления зуба и консервации лунки мы рассмотрим применение материалов лиопласта логенного происхождения. Начинаем простое удаление зуба с отслаивания периодонтальных волокон от поверхности корня острым методом скальпелем. Рассекаются периодонтальные волокна. Вот таким вот образом. Отслаивается вся круговая связка зуба. Таким образом не происходит повреждения надкостницы. Если сравнивать этот метод с отслаиванием тупыми способами распатором. Далее мы берем насадку для удаления зубов пьезоаппаратом. И начинаем производить рассечение ткани дальнейшее, уже глубже. С небольшим вывихиванием. Движение в данном случае должно быть параллельно оси зуба, так как принцип, который мы соблюдаем в таких методиках, не всегда должен быть максимальная атравматичность для создания условий, самое было приятно для максимальной регенерации тканей после удаления зуба. Теперь приступаем к удалению зуба. Завершили удаление зуба. Далее вы проводите керетаж лунки, удаляя грануляции, возможные какие-то перипекальные изменения. Да. После очищения лунки мы производим проколы в нижней трети лунки зуба. Это можно сделать обычным стилетом имплантологическим, можно сделать бором. Цель наша при перфорации стенки зуба это высвободить ретикулярные клетки, которые находятся за компактной пластинкой в области лунки зуба, и активизировать первичный остеогенез. Принимающая ложа для остеозамещающего материала закончена. Теперь мы начинаем вносить остеозамещающий материал. Остеозамещающий материал заранее приготовлен ассистентом. Он перемешан с забранной кровью пациента и физиологическим раствором. При данной методике, поскольку обе стенки сохранны, в области лунки удаленного зуба мы можем себе позволить применить только губчатую крошку. Вносим материал. Конденсируем.
И далее ушиваем лунку. Выбор шовного материала может оставаться за вами. В данном случае это не принципиально. Можно использовать рассасывающиеся нити для того, чтобы облегчить приемы для пациентов.